Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников. Сегодня я познакомлю вас с картинами Жозефины Дюкалле. Очень мало данных, практически вообще никаких данных нет об этой художнице. Писала она некоторые женские портреты карандашами. Надо сказать, что ее работы находятся в библиотеке Конгресса США. Возможно, она сотрудничала с журналом молодых артистов и любителей, так назывался. Его выпускали в период с 1851 по 1861 год. Ну, в общем, никаких данных нет. Давайте посмотрим просто работу, действительно, что там говорить тогда. Ну, нет данных. Вот, ничего я не увидел, кроме как только вот набрал некоторые работы этой художницы. Художница Жозефина Дюкалле из Франции. Родилась в 1819, а умерла в 1891 году. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работы этой художницы.